Друзья дорогие, продолжаем. Ну, к сожалению, да, время. Хочется побольше спеть, хочется. И самое интересное, даже не сколько спеть, а поговорить-то больше хочется. Ну, все равно, ладно, зима за окном. Запорошит, и та истекает по коже слезами. Всю грязь заметет пред моими глазами. В себе разобраться метель мне поможет. Нет, не так. Вот. Пусть ветер задует, морозом завеет, и к теплым морям улетят стаи птицы. А дождь проливной, белый снег превратится, весь мир хоть на день, но совсем мост упустеет. Пусть землю глухим покрывалом укроет, и ветер метелью завьюжит, завоет. Меня занесет, заметет, успокоит, да ведь может на свете бывает такое. Замети меня, метель, и спаси, да сохрани. Мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь футов онемель, не от зла, что холода. Жаль, как всего беда, замети меня, метель. Пусть снег сединой мне виски запорошит, и та истекает по коже слезами. Всю грязь заметет пред моими глазами. В себе разобраться метель мне поможет, а жить для других получается все же в конечном итоге. Себе же дороже, мы движемся к краху идей, всех похоже, но вряд ли кого-то все это тревожит. Замети меня, метель, и спаси, да сохрани. Мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь пугал, а не мель, не от зла, что холода. Жаль, не как вот беда, смети меня, метель. Ружье раз в году иногда, ну а стреляет патроны с курком вечно на изготовку. А если уж кто-то сжимает винтовку, то кто-то наш мир навсегда оставляет. И как бы хотелось все это не видеть, ни смерти, ни горя, чьего-то несчастья, и чтоб только солнце забыть про ненастье, и в жизни не сметь никого не навидеть. Замети меня, метель, и спаси, да сохрани. Мир вокруг переверни, чтоб от счастья только хмель, чтоб семь футов онемель, не от зла, чтоб холода. Жаль, не как все, вот беда, забейте меня, метель. Счастье только хмель, чтоб семь путов, а не мель, не от зла, что холода. Жаль, не грыкся, вот беда, замети меня, метель.
если помню, летал в Ростов. Ну, до Ростова летел, выступал у Миллерова. Гитара на просвет. И девушка там говорит: а что это у вас за штучка там лежит? А в это время мне звонят, и я что-то, ну, какой-то такой нервный разговор, я это, каподастр. А что это вы ругаетесь? Это я, ну, дальше немножко там я объяснял, что я не ругаюсь. Вот, потом была другая проблема, у меня там лежала фляжка. А футляр, он уже упакован, я сам упаковываю в этот самый полиэтилен, заворачиваю, потому что дело не в том, что я хочу сэкономить деньги, там, прости меня, Господи, но они не умеют. Это одно дело чемодан обмотать, а это, для меня это дорого стоит. И если какие-то вопросы, понимаешь, не знаю, что это, открывать это все, это не чемодан, где можно сорвать все это. Я когда прилетаю куда-то на гастроли, в гостинице все время прошу, дайте мне ножнички. Это очень, ну, такой долгий процесс упаковки гитары и ее открытия. Вот. И в Ростове я узнал очень интересную вещь. Значит, самое интересное, я улетел без проблем, эта фляжка лежала в этом, значит, в кофре. Вылетаю из Ростова. А вот скажите, а что это у вас? Я говорю, фляжка. А с чем? В коньяку. А она полная? Это интересный вопрос, говорю, если я сказал, что она уже с коньяком, то, наверное, у вас же видно там, наверное, что-то. Вы знаете, вот на самом деле, ну вот, это я для тех, кто мало ли с фляжками летает, не с гитарами, а с чемоданами, в которых лежат фляжки, не обязательно с коньяком, но с чем-то. Оказывается, нельзя, значит, то есть, если спиртной напиток, он должен быть в заводской упаковке, то бишь в бутылке. И, в общем, ну вот, там, тра-ля-ля, ну, все-таки меня пропустили. Прилетел я в Москву, вышел. И так получилось, что за мной машина приехала, ну, я прилетел в Шереметьево, терминал Б. Меня машина встречала, она приехала к терминалу Д. Да что ж такое, это вот, ну, надо на метро там проехать там под полосой. И я обратно опять через рамку, и вот почему-то туда улетал, никто не обратил на меня. Ну, как какой-то наитие там раз. А что это у вас? Фляжка. А вот, значит, я опять это все говорю, послушайте, я вот видите, вот все тут упаковано, вот эти бирочки, я только прилетел, я говорю, сейчас нырну туда. Ну хорошо, ну вот, да. Ладно, я потом еще про фляжки расскажу. Я иногда пою любимые песни, здесь вы это все прекрасно знаете, те, которые не мои. И сегодня спою. Совершенно, я вот думал, что бы такое, ну вот, что еще никто не слышал. Ну, не то, что мы, может быть, когда-то слышали. И я вспомнил одну замечательную вещь. Я не знаю, получится у меня ее спеть или нет, потому что не пел ее даже не 5, не 10 лет назад, крайний раз, а я так подумал, то ли 13, то ли 14 лет назад. Это песня моего, ну, не могу его назвать ни другом, ни приятелем, хороший мой знакомый. У него русское имя Алексей, исключительно немецкое отчество Адольфович. Украинская фамилия Шитько. Вот. Ну, это серьезный человек, он постарше, он музыкант, ну, не музыкант, главное, он актер. Он работал, служил в Минском русском драматическом театре имени Горького достаточно серьезное время. Потом ушел сюда, в Москву, в театр Дорониной. Сегодня он работает в Лондоне. Тоже в театре, и даже пишет песни на английском языке. Но в свое время в Минске он был очень популярен с группой «Сестра». Я, в общем, ему не говорил спасибо на эту тему, но после того, как они выступали, я подружился с Сергеем Антишиным. Если кто-то был у меня когда-то на 50-летие здесь на концерте, вот здесь стоял музыкант, и который вот все соло-партии на моих дисках, это Сергей Егорович Антишин, заслуженный артист Республики Беларусь. Вот он работал с Сергеем Шитько, с Лешей Шитько. Мне очень нравится вот этот его романс. Вообще у него очень своеобразные песни. Если вы зайдете в интернет и наберете Алексей Шитько, вы очень много ничего интересного услышите. Ты не будь меня, заря упрямая, ты не люби
никогда её не заставляй меня душою мыться, пока темно ещё. Мне не в чем каяться, пока темно еще, пока темно еще, хоть время катится, что после станется, какая разница, мне все равно, пока свободно дышится. Хоть ветер движется по стеклам, лишится, мне все равно, пока ты не люби меня, моя любимая, ты не держи меня руками теплыми, не закрывай окно. Чтобы украсть рассвет, мы все уже сделали, чтобы украсть рассвет. Слетались голуби на крыши мокрые и понеслись назад в поля умытые. Скорей на волю были те, что волею по горло сытые, по горло сытые, и вот уж по небу да птицы черные кругом сплошной стеной леса угрюмые. Уже не бессмертие львы мне уготовили, леса дремучие. В четыре стороны все черные вороны. Ты не буди меня, тоска упрямая, слезами чистыми, глазами светлыми, моя любовь храни дождями летними, снегами чистыми, снегами белыми, моя любовь храни. Ну, могу я себе позволить иногда. Я вот пою и думаю, я, наверное, больше для себя пою. Ну да, такая немножко лирика. Традиционно надо же как-то сокращать, к сожалению, программу. Но все равно хочу спеть вот эту песню, тоже не мою. Я ее здесь пел, вы ее помните. Мало того, вы ее знаете, я думаю, даже немножко подпоете. Концерт планировался в ноябре. 5 дней назад я выступал в Питере и тоже там планировался в ноябре. Ну, конечно, в Питере я не мог не спеть эту песню. Как я ее для себя называю «Любимая песня ноября». Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится? Крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над Невой. Что тебе снится? Крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над Невой. Может, ты снова в тучах мохнатых, вспышки орудий видишь вдали,
бушлатах грозно шагают твои патрули. Или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули. Вспомнила ли время горести тяжкие, пламя пожаров, грохот брони, как умирали парни в тельняшках под Ленинградом в блокадные дни. Как умирали парни в тельняшках под Ленинградом в блокадные дни. Идет. Я не знаю, очень много людей, которым бы я хотел передать привет. Ну, Дима Кальченко, Москва, Илья Кобылянский, Самара, любимые мои, Минск, Денис, Нью-Йорк, там рабочее время. Надеюсь, что можно фигу показать работодателям и посмотреть концерт. Если кому-то не передала, я всего вот совсем чуть-чуть. Не обижайтесь, у нас очень ограничено время. Вот летайте, добро нам зовет. Небо снова нас зовет. И бетонку с Богом отпустит. Ну, экипаж, мы все тут все. Нельзя не спеть, набираем эшелон. И плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах. Все дожди оставив под собой. На работе мы опять. И трудяга борт 0,5 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь. Сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. Пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами, как семья, мы экипаж. Снизу морем облака, и болтает борт слегка. Снова чай, в который раз подъем.
Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом. На земле по сутки мы нальем. Командир на руку спор, наплевал на коридор. До ворот прокладка все долой. Пусть земля запросы шлет, бортрадист всех отошьет. Нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел. Но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом. И с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами, как семья, мы экипаж. Удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, мы уже не на войне. Шум ее для нас пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать. Даже и по маме не пошлет. Нам уже не привыкать в обязаловку играть. Знал бы прикуп, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел. Но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом. И с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же с вами как семья, мы экипаж. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Экипаж! Чего подумал? Уже вспоминая те вот эти истории про фляжки, сейчас вот такая полувоенно-транспортная песня, и привет Кальченко передал. Вспоминаю, когда-то из Шереметьево вылетали там на одну войну, ну реально на войну. Журналисты, и борт Ил-76, то есть как, и все равно нас проверяли, мы там что-то там показывали. И вот тоже женщина такая раз там, опять же, это фляжечка, это черт побери. А что там? А нельзя. Я говорю, да ладно, говорю, я тут летаю с ней постоянно, и вообще мы на войну летим. Нет, ну вы понимаете. Ну вот, ну нет. Ну хорошо, говорю, сейчас я ее выпью. Ладно, идите. Это так, я все про эти фляжки. Очень просили спеть песню. Ну вот, ну не могу не спеть, да. Хотя. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет. На исполнителя мамалипа, все по карте. Винты все 8 на упор, разбег открыт, гараж набор. А все проблемы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы ведем штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Гугл. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят
В Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет, погода дрянь, и на радаре сплошь со светы. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали мне янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже на пролом, мы чуть не в блистерном крылом. Такие борзые, как правило, из Штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой, к любимым блинде. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас, как все на стопах. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу, командир, вдруг разорвет им немой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и оврал. А мы так честны, как мы обездетели. Качнет нам крылья весь порт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику, медведи придут, ой, придут в Атлантику, медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потом сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентно нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места: Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи, пришли в Атлантику медведи. Идут в развалочку медведи. Кому хотел точно передать привет? Кораблик спей. Еще раз. Посмотрим. Просто еще хотел привет передать, ну, семьи вертолетные. Это Александр Николаевич Лешагин и Сергей Викторович Косяков. Если смотрят. Привет, ребята дорогие, берегите себя. Да что ж такое, время. Ну ладно. Очень много чего хочется сказать, и спеть тем более. Ну ладно, я постараюсь как-то покороче. Следующий год, вот у нас уже, вот, ну, скоро Новый год. И я хотел бы вот заранее вас поздравить с наступающим Новым годом, потому что уже, ну, вот, уеду домой в Минск и не успею поздравить, может быть, там в интернете. Поэтому дай бог, чтобы тот следующий год был бы очень замечательным и гораздо лучше этого. Мы все всегда этого друг другу желаем, в это верим. Вот. Что, ну, в следующем году лично для меня и для вообще всей этой большой-большой страны будет такая серьезная дата, будет отмечаться серьезный юбилей. Не знаю, там какие-то мероприятия, наверное, будут, наверное, даже здесь, в этом заведении, будет отмечаться 30-летие известной одной песни. «Я летчик». Красивая форма, вам под головой. Кто-то порой. Я летчик.
И звук от турбин на земле лучший звук. А мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать. За это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту небу я душу продал. Ты, кажется, от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку, я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Из земли я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь потом можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть, по праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. Угу, продолжает планета гореть, а значит я снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. А что на земле, мне, увы, не понять, заставить хотят меня строем шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас, и кто-то уходит на Boeing, Airbus. Я летчик. Но в небе учили меня воевать, а значит обязан, я должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Ну, это как я называю, там на следующем киске будет, это все равно, как сказать, он будет называться «Летчик М2 модернизированный». Ну, потому что время идет, уже четвертый вариант. Ну, потому что действительно 30 лет в следующем году. В первом варианте там даже про военторг пелось. Я что-то вот, ну, вот, думаю, что успеть-то спеть, елки-палки, все хочется. Но я уже просто вот думаю, что я о фляжках разных рассказывал. И поэтому все-таки спою вот эту следующую песню. Нет, не спою, ладно, другое. Даже не буду подсматривать на свои шпаргалки. Не свою песню спою, потому что вот 6 дней назад был юбилей моего близкого-близкого друга, коллеги. 60-летие отмечал замечательный человек, с которым мы неоднократно на эту сцену выходили, Вадим Захаров.
Вот. И ну, человек, который пишет замечательные стихи, замечательную музыку, лучшие стихи, лучшую музыку, а самая лучшая работа. Кто позвал тебя за горизонт? Кто тебе сказал, что тебе все это надо? И какой бесспорный был резон рваться в небеса через все преграды? Просто в этом слове высота. Слышится романтика полета. Самая красивая работа связана с желанием летать. Обернись назад без суеты. Вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал? Ты или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слове высота. Будет недосказанное что-то. Самая красивая работа связана с желанием летать. Летать. Вечно в этом слове высота. Будет неразгаданное что-то. Самая красивая работа связана с желанием. Научиться летать, и тогда будет действительно либо самая красивая работа, и даже дело не в работе, просто нужно летать. Хочешь научу тебе летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать и ночью оттолкнув поверхность улететь и коснувшись звезд отчасти петь. Главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь этого забыть. Знаешь, небо невозможно не любить, взлетаешь. Листаешь, как тетрадь, знаешь, небо можно обнимать. Главное — летать в звездной вышине, прямо не во сне. Обмануть законы физики суметь, формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь.
шумом ветерка, где-то в облаках, умываясь небесами обнять, чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть. Веришь, лучшая команда от винта, сумеешь. Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь не сложно улетать, главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета, вернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить, знают, это небо можно пить. Главное любить звездной вышине, прямо не во сне, обмануть законы физики суметь. Разорвав исключением из правил, улетит шумом ветерка, где-то в облаках, умываясь небесами обвинит, чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть. Это сейчас научу. Спасибо. Знаете, вот с песнями много чего связано. Вот, допустим, песня «Я летчик». Кто мне только еще не писал там. Очень много людей, которые пришли в авиацию благодаря этой песне. Ну, молодые ребята. Хотя один на сегодняшний день мой хороший друг, он в Аэрофлоте, ну сейчас уже не в Аэрофлоте, он на Су-24 летал, потом на Ми-24, потом уехал в Америку, и там был директором фирмы какой-то, научился хорошо английскому языку, а потом говорит, как он мне говорит, я услышал песню «Я летчик» и понял, что мне пора возвращаться. Ну, в Аэрофлот пришел. Вот. Разные песни, которые к чему-то привели. Не знаю, да, вот я сегодня знаю, что в этом зале есть один мой знакомый, он инструктор парашютно-десантной службы. Вообще, некоторые летчики к парашютам очень относятся так настороженно, как к способу, образно говоря. А парашютисты, они люди такие повернутые в хорошем смысле. Его зовут Андрей. И в его жизни, допустим, вот эта песня, которую я сейчас спел, он тоже сыграл какую-то роль. Время есть, я вот... Ну, вы уж меня простите, я хочу его позвать на эту сцену, причем вместе с его хорошей подружкой Маргаритой. Ну-ка, ребята, где вы там? Добрый вечер. Да, немного времени отниму. Мы познакомились с Маргаритой 4 года назад на борту самолета в небе, который она покинула спустя некоторое время по моей команде. А я надеюсь, это был единственный раз, когда мы с ней разлучились. Я хочу прожить с тобой всю свою жизнь и хочу, чтобы... Ребята, я вот им желаю полного купола во всех смыслах. Прыгать будут и по жизни, чтобы действительно полный купол у вас был.
Какая польза от моих песен бывает. И от концертов тоже. Ребята, дорогие мои, спасибо, что пришли. Давайте пожелаем вот этой паре замечательно. Андрею и Рите. Долгих лет. Обязательно под мирным небом. Обязательно под мирным небом. Как обычно, вылет срочный. Знать, прижали наших точно. Мы летаем верно мощно. На свой вечный вечный страх. Наношу планшеты метку. Там квадрат, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача. Вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе. Там поляжет целый взвод. Запуская с без газовки, техник старик из спецовки. Хлопнет борт по саганцовке. Два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи. Надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражи. Мы, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка. Осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки. Но ведомый, не зевай. Внизу жизнь пехота. Начинается работа. Справа 30 пулеметы. Мне земля поперёд до ворот. Бросаю факлы. И на выводе ни слова. Словно я попал в ухо. Заболтала самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно, живописная картина. Как забрасывая грачи, прилетели выручают. За кольком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Но разведка не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В салатый раз я зарекаюсь, по приводу увольняюсь. Чтоб не я 200-й груз, нахрена пошел я в хачу. Вот Ульяновск, все иначе. Был бы дом, машина, дача и водил бы арбуз. Грач, бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, и живой, хоть и попадает, под глаза мне разъедает. Нет спасения от жары, горячо, не просто жарко. Отправляю вниз подарки, удержать попробуй марку. Под свинцовым кипятком ППО, как пушка танка, грохот выстрелов. Танка, я как мышь в консервной банке, по которой мала в кровь! Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, из расходован ПК. Имитирую атаки, выходить пора из драки. Ведь почти сухие баки и потрепанный бока. Мне по коже как морозом, грачу стало клюнул носом. Значит, весь об этом вопросом. Самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушнике я слышу летуны. Спасибо вам! На ура! Довернули! Позади снаряды пули. Уравнение обернули. Держит в воздухе грача. Борт летит на честном слое. От носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье. Получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашюты хлопнут звонко. За рулю иду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то вокруг. Такое лето. Техник дает мне сигарет. Эх, ребята. Будем жить. Будем жить. Дорогие мои, спасибо. Всем мирного неба. Обязательно берегите себя. Берегите себя, берегите своих ближних. И с наступающим Новым годом. Ребята, не могу подводить это, и мы все не можем подвести это замечательное заведение. Спасибо, что пришли. Всех жду традиционно 23 февраля. Ну вот,
хочется верить, что все у нас получится, что в мире все будет происходить так, что мы сможем здесь 23-го традиционно. В этом клубе дата 23 февраля всегда забита под Анисимова. Я пока зашел сегодня с крыльца, и мы размещаем рекламу на 23 февраля. И причем это прозвучало даже не в виде вопроса, а как-то меня поставили перед фактом. Поэтому билеты, кстати, уже можно даже сейчас покупать, насколько я знаю, по-моему, дешевле, чем в интернете, на всякий случай. Напоминаю про календари, замечательные календари Игоря Руденко. Классная штука. То, что можно повесить на следующий год. И отмечать эти крестики 23 февраля. Как я скромно сказал. Спасибо! Будем жить, дорогие! Спасибо, что пришли. Берегите себя!